Всем привет, ребята, меня зовут Спори, и мы с вами отправились срочно на станцию, которая находится рядом с Луной, ведь с ней что-то случилось, эти квадраты, новые монстры, что-то с ней сотворили, она вон вся дымится, и, по-моему, падать сейчас будет, поэтому мы должны ускориться и победить всех злодеев. Ауч! Так, ну... То, что мы второй раз заделись, это уже не круто. Соберем вот это все. Отлично, лапнули даже здесь монстров. Ух ты, ух ты, ух ты. Аккуратненько, аккуратненько. Хе-хе. Вот так вот на эту сторону мы успели прибежать. Отлично, я считаю. Теперь запрыгнем повыше. Заберем здесь звездочку. И даже здесь еще одну можно забрать. А теперь спрыгиваем вниз. Оп. Так. Где это мы тут появились в таком интересном месте? А ну-ка, иди ты сюда, злодей. Есть. Кто-то нас побежден. Теперь соберем все это дело здесь. Вот так вот. Смотрите, интересно, интересно. Ложочек, оп. Перемещаемся еще на эту сторону. Так, опа. Хорошо. Отлично. Ложочек и бабух. Так. Оп! Оп! Ха-ха! Мы справились! Нет! Мы снова куда-то падаем! Ну смотрите, успешно мы тут прошли, собрали все, что нам нужно. Так, поторопимся. Нет! Это кто такой? Это что за зеленый комочек? Ого! Страшный монстр какой-то попался. Тык. Эй, ку-ку. Владей. Ведь его. Ах. Вот и нет владея. Мы его лопнули. Ай, нет, зеленый монстр. Зеленый монстр, ты что здесь забыл? Он у нас взрывается своей зеленкой. Так. Ух, мы успели тут пройти, и у нас получилось. Перемещаемся. И появились мы вот здесь. Так, здесь что, тоже на время? Ауч. Попал на шарик в электричество. Но ничего, ничего. А-а-а, нет, не взрывайся, злодей. Вовремя мы подпрыгнули. Так. Еще один монстр, да хватит тебе. Оп. Нет, я отключу здесь все. И меня лазер не заденет. Неплохо, так мы попали прямо в нужное место. Вот это я считаю круто. Бамс. Отлично. Теперь сюда. О, нет, уже этот куда-то успел упасть. Ну, вы даете. Так. Хоп. Неплохо. Классно. О, нет, хотел подпрыгнуть вниз. Вот там этот монстр появился. Ну что же ты меня заметил? Фух. Успешно. Ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Хе-хе. Мы его прошли. О-о-о.
нет, не падать. Только бы не падать. Есть! Вот такая вот получилась серия. Ну что ж, ждем продолжения в следующей части. Всем пока-пока.